К нам в скупку принесли золотой браслет очень известного бренда. Мы его, конечно, приняли, но не полностью, потому как браслет оказался не совсем золотой. Браслетик был сломан, и нас смутило как раз место излома. И этого видео не было бы, если бы это не была крупнейшая международная ювелирная компания Tools. Мы даже сначала подумали, что это подделка. Но на браслете оригинальные клейма, официальная московская проба, да и клиент сказал, что изделие было куплено в официальном магазине Tools в Москве, в Атриуме. Ну и нам, конечно же, стало интересно, что внутри этого браслетика. На первый взгляд, золотая фигурка заполнена пластиком. Но разобрав ее на части, оказалось, что эта пластмассовая фигурка просто покрыта золотом. Ну и мы решили узнать, сколько там этого пластика. Предварительно взвесив изделие, разложил запчасти на огнеупорной доске и принялся отжигать. Нагрев до красна без флюса, я удивился еще сильнее. Снаружи вся позолота покрылась пузырями, а вот внутри я увидел характерный для серебра после отжига белый цвет. Естественно, анализ показал положительный результат на серебро. Забавно видеть золотую пробу на серебряном позолоченном изделии. И предъявить им уже нельзя, так как в России они больше не работают.